ничего просто. Семья Борзовых из Донецкой области – это 6 взрослых и 3 детей. Вместе они снимают 4-комнатную квартиру в Барнауле. Платят за нее 20 тысяч рублей в месяц плюс коммуналка. Такую сумму даже вместе беженцы вытягивать не могут. Временных заработков едва хватает, чтобы прокормить себя. Поэтому и задумали снять жилье дешевле. Ищут частный дом в Новоалтайске, Зудилово или Белоярске. Желательно свой дом, чтобы такой, ну такой, чтобы хоть огородик какой-то был, где-то что-то. Что там хоть по хозяйству там посадить морковку, хоть что-то мало. В зиме подготовиться. О новой одежде в семье Борзовых даже не говорят. Денег на ее покупку нет. Ходят в том, что в спешке успели взять с собой. Мы нуждаемся и в одежде, мы нуждаемся, если кто может помочь, и в питании хоть каком-то, мы любой помощи будем благодарны. Если будет, конечно, возможность финансовая, это тоже нам очень сильно поможет. Сегодня беженцы оформляют документы и ищут постоянную работу. В этой семье есть бухгалтер со средним образованием, штукатур-маляр, отделочник, грузчик, машинист насосных установок, пекарь. Все они хоть завтра готовы выйти на производство. Здесь люди неплохие, не очень хорошие, добрые. Я уже сама на себе это проверила, правда. Что соседи, что доброе сердце, организация, которая помогает, что соседи. Здесь хорошие, где они понимают, как это. Эти люди не хотят сидеть на шее благотворительных организаций. Они ищут работу и планируют остаться на Алтае навсегда. Говорят, просто не верят, что на Украине перестанут стрелять. Если вы хотите помочь семье Борзовых словом или делом, звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. Маргарита Белова, Кирилл Политов, Александр Морозов. Наши новости.